Многие композиторы обращались к Священному Писанию в своих произведениях. Джузеппе Верди в опере «Набука» взял за основу библейский сюжет эпохи царя Навуходоносора. Песню Вапенсьера поют рабы иудеи в плену, где каждая минута жизни для них может оказаться последней. У них одна надежда, что их песня долетит до Бога, и Он даст им силы выстоять. С Божьей помощью они вышли на свободу. Этот шедевр так популярен в Италии, что стал неофициальным гимном Италии. Вапенсьеру. Альпатири верту, альпатири.